Свободное владение языком означает умение говорить, не задумываясь, без подготовки. Поэтому вот вам сходу задание. Образуйте от этих утверждений вопросы. I'm an English learner. I learn English. В первом предложении I'm an English learner кроме глагола связки be в форме am других глаголов нет, поэтому для постановки вопроса am выносится в начало. Получается Am I an English learner? Во втором предложении есть смысловой глагол learn в форме present simple, то есть в настоящем простом времени. По правилам в вопросительном предложении здесь должен появиться вспомогательный глагол do в нужной форме. Получается, do I learn English?